Международный день счастья отмечают сегодня. Молодой праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 20 марта не случайно. Это день весеннего равноденствия, когда на всей Земле день и ночь практически равны. Как и все люди, имеют равные права на счастье. Юлия Великодная продолжит. Супруги Семеновы вместе уже 7 лет. Данута домохозяйка, а Василий работает в пожарной охране. Сегодня в семье воспитывается 6 детей и не исключается возможность прибавления. Первое свидание было в кино с детьми. Да. Потому что не с кем их было оставить. Да, когда мы встретились, у меня было 3 детей, у нее 2. Я сразу понял, что я влюбился в нее. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Дружная семья не представляет жизни друг без друга. Для родителей главный принцип воспитания – собственный пример. Когда гуляем где-то с семьей, играем. Каждый человек воспринимает счастье по-разному, но рано или поздно приходит к тому, что благополучное материальное положение не главное в жизни. Мы живем и счастливы, то, что мы живем, и то, что дети рядом с нами. И это, наверное, самое большое счастье. В первую очередь надо, наверное, обратить внимание на себя самого, да, потому что все, что вокруг от тебя находится, да, это все от тебя самого выходит. Например, вот если человек курит, если человек пьет, да, то и вокруг него будут курящие, пьющие люди, да. Ну, как бы, если ты хочешь, чтобы вокруг тебя были счастливые, хорошие люди, наверное, тебе самому надо стать счастливым, чтобы было вокруг тебя счастье. Как бы. В чем заключается счастье для вас? Ну, счастье в том, что я на свет белый родился. Семья хорошая, дети хорошие. Ну, что еще надо? В том, что просыпаешься каждое утро, видишь солнце, то, что приближается лето. И, по-моему, это и есть счастье. Это счастье, когда все рядом, когда все вместе, когда все хорошо у наших близких, родных. Каким бы ни было ваше представление о счастье, настройтесь на позитивный лад и наслаждайтесь каждым мгновением жизни. Юлия Великодная, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.